просыпайся. Сегодня у тебя будет необычный день. Я знаешь, это уже поняла. Знаешь, почему он необычный? Потому что сегодня будут подписчики управлять твоим утром на каникулах. Сегодня у тебя будет необычное утро, а все по расписанию, как подскажут нам подписчики. Я так и думала. Так что давай вставай и будем спрашивать у наших подписчиков, заправлять тебе постель или они разрешат тебе оставить такой бардак на целый день на постели. Как ты хочешь, чтобы они проголосовали? Чтобы не заправлять постель. Чтобы не заправлять, а оставить бардак? Угу. Ну посмотрим. Давайте мы готовим сторис. Порадуете Машу? Оставим сегодня бардак на кровати. Незаправленный. Все, я встаю. Давай-давай, вставай, Сонька-макаронька. Так не хочется. Давай вставай, мы еще потом будем спрашивать, делать тебе зарядку или нет. О, нет. Давай, а сейчас узнаем, заправлять постельку или нет. Большинство из вас решили, что Маше нужно все-таки заправить постель. Маша думала, хоть один день можно будет ей оставить постель так, как она есть, но нет. Мама каждое утро говорит, заправляй постель. И подписчики говорят, нужно заправлять постель обязательно. Последний штрих. Одна подушка-переливашка. Второй медведь-непереливашка. И еще одна подушка-переливашка. Все, мы ваше желание выполнили. Как вам результат? Вы довольны, как Маша заправила постель? Мне кажется, вполне получилось красивенько. А теперь каждое утро, хотя нет, не каждое утро, Маша делает зарядку. Не выдавай мои секреты. Поэтому мы спросим Маши, делать зарядку или нет. Она занимается вот такими вот гантельками. 1 килограмм. Да, поэтому отправляем сторис и ждем ваше решение. Итак, Маш, твои подписчики хотят, чтобы ты все-таки сделала зарядку. Давай, становись. Ну что, тебе прибавилось утром сил? Да. Каждое утро я, как и все вы, чищу зубы. Но у меня всегда очень сложный выбор. Чистить зубы электрической щеточкой, которая у меня есть. Или обычной же. И поэтому мы сегодня спрашиваем у вас в сторис, какую сегодня Маше выбрать зубную щетку? И ждем вашего ответа. А пока мы ждем, я хочу вам показать, что в моей баночке вкусно мама. Там не вкусно мама. Там мой вот этот вот крутой шариковый пластилин. Вот такой он вот красивый, но почему-то он очень липнет. Смотрите, как он тянется. Угу. Смотрите, как он тянется. Все, я мою руки и смотрю в Инстаграм, какую вы щеточку выбрали. Итак, вы выбрали электрическую щеточку. А теперь, мне кажется, тебе нужно переодеть пижаму. Мы спросим подписчиков. Что они хотят, чтобы ты сегодня одела? Я лично хочу сарафанчик одеть. Выберите, пожалуйста, что Маше одеть? Вот такую яркую футболку с белыми шортами? Или все-таки вот такой легкий летний сарафанчик? Мы отправляем сторис и ждем, во что вы сегодня оденете нашу Машу. Ну что, Маш? Твои подписчики уже определились. И знаешь, что тебе придется одевать? Что? Тебе придется одевать модную, яркую, неоновую футболку. Спасибо большое вам за такой выбор. Кстати, это моя новая футболочка. Ну вот, Маша и одета. Стиль от подписчиков. Ну как вам? Очень круто. Маша, я заметила, что тебе чего-то не хватает.
прически? Да, конечно же. Я думаю, с такой прической вообще неприлично ходить. Угу. Нам опять нужна помощь твоих подписчиков. Так, первый вариант. У нас есть цветные прядки. Мы можем просто сделать распущенные волосы, расчесать их красивенько и приколоть прядки. А второй вариант, мы можем просто сделать обычный высокий хвост, который, в принципе, должен тоже очень подойти к этому луку. Как ты думаешь? А чего я тебя спрашиваю, как ты думаешь? Не знаю. Я сейчас спрошу у твоих подписчиков лучше, какую тебе прическу сделать. Все, отправляю сторис и жду, что твои ответят подписчики. Пишите, да, подписывайтесь, кстати, на Машин Инстаграм. У нас будут еще такие видео, чтобы вы могли голосовать и потом видеть результат своего выбора в видео на канале «Наша Маша». Итак, Маш, я хочу тебя обрадовать. Твои подписчики выбрали... Цветные прядки. Цветные прядки. Да. Я сейчас тебя расчесываю, приколю вот эти цветные прядки. Покажу вам. Итак, мы Машу расчесали и причесали, и сделали ей цветные прядки. У меня я спала с косичкой, потому кудрявые волосы получились. Да, смотрите, какая Маша у нас сегодня. Машка-кудряшка. Машка. С кудрявыми волосами и с цветными прядками. Прядки. Такие вот прядочки. Эти прядки на специальных заколочках. Они бывают разных цветов. Их очень легко прикалывать к волосам. Вот, вот такие вот красивые прядочки. А мы теперь идем и подумаем, чем же Маше завтракать. Вот что Маше я предлагаю на завтрак. Первый вариант. На завтрак я обычно ем кукурузные шарики в шоколаде с молоком. Это очень вкусный и быстрый завтрак. Мама мне постоянно предлагает на завтрак какую-то овсянку. Сегодня мне мама предлагает овсянку и персик. Овсянка с персиками, это очень полезно. Но не так вкусно и не так быстро. Поэтому помогите нам определиться с выбором. Что Маше кушать? Вкусно маму с молоком или овсянку с персиками? Маша за кукурузные шарики с молоком. А мы ждем вашего решения. А, и сразу мы отправим еще один сторис. Когда я буду готовить, что делать, Маша? Помогать мне? Или посидеть с планшетиком утром, посмотреть, какие на ютубе новые видео? Вы бы что делали, когда вам мама готовит завтрак? Я бы сидела в ютубе. Понятно, но мы будем ждать, что решат твои подписчики. Итак, за что же вы проголосовали? Чтобы, давай, Маша, смотри. Чтобы помочь или чтобы посмотреть YouTube? Так, я хочу, чтобы Маша мне помогла. А Маша хочет смотреть YouTube. А за что проголосуете вы? За что? 51% проголосовал за YouTube, чтобы посмотреть его. Ну, вы Машу точно обрадовали. Поэтому да. Маша сейчас идет смотреть YouTube, а я ей буду готовить вкусно маму с молоком. Пока. Пользуясь случаем, я сейчас вам передам привет. Самые любимые подписчики. Я пошла смотреть YouTube. Итак, что у нас сегодня новенького в YouTube? Новая Виктория. Мое видео, где я была на концерте Open Kids. Мистер Макс. Трум-трум. О, премьера клипа Вики Шоу «Лето». Я еще не видела. Ого, какой беспорядок они сделали. Стоп, она была там на яхте? Рулит? Где это она? Очень прикольная, кстати, песня. Мороженым запачкала мама ее. А вы смотрели этот клип? Он прикольный. Конечно, нам первый мне понравился больше. Так, ваше желание для нас закон. Маша смотрит YouTube, а мне приходится готовить ей завтрак. Хорошо, что вы проголосовали за вкусно маму, ее очень легко приготовить. И вот такая вот будет машинка Машиному двоюродному братику. И засыпаем в тарелку.
И Машин завтрак готов. Я думаю, она даже целое видео на Ютубе не успела просмотреть за это время. Я ей приготовила завтрак. Машенька, иди за стол. Твой завтрак готов. Хорошо, мам, иду. Иду. Вот твой завтрак готов. Вау. Приятного аппетита. Спасибо. Всем тоже приятного аппетита. Маша уже позавтракала, и, как всегда, летним утром на каникулах нужно идти на прогулку и дышать свежим воздухом. Летом нужно очень много времени проводить на свежем воздухе. И подскажите нам, какой Маше взять с собой рюкзачок? Или сумочку. Вот такую сумочку взять? Или вот такой рюкзачок? А мы будем ждать ваше решение. Отправляем сторис. Так, а в чем же Маше идти на прогулку? Я даже не знаю. У нее есть вот такие кеды, кроссовки с мигающей подошвой, лепки розовые с пушком, белые босоножки и хилисы. Что же ей одеть? Так, я предлагаю Маше из этого всего выбрать какие-то две модели. И из этих двух моделек будете выбирать вы. Хорошо. Машин выбор остановился на этих двух модельках. А теперь мы запускаем сторис и будем ждать. Какое решение окончательное примете вы? Итак, в Инстаграме вы уже определились, какую сумочку взять Маше. И сейчас мы посмотрим, за что вы проголосовали. Смотри, большинство проголосовало за рюкзачок. Так что одевай рюкзачок на плечо. А что тебе обуть, как ты думаешь? Что выбрали твои розовые подписчики? Розовые. Конечно, они тебя очень любят и выбрали именно ту обувь, которые тебе удобны и которую ты очень любишь. Да, спасибо большое вам. Давай, обувайся. Кстати, сегодня у меня новый рюкзачок, новые шлепанцы и новая кофточка. Вы выбрали все самое красивое новое и самое новое. Спасибо вам большое. Мы идем гулять на прогулку. А всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал «Наша Маша» и на мой Инстаграм. Чтобы участвовать в наших челленджах, подписчики управляют Машиной жизнью. И всем пока-пока!